Всем привет, ребят. Доброе утро. Сегодня забрал посылочку с Китая, пришла Парктроник. Задний буду устанавливать сегодня на Мерседес. Сейчас отработаю, в Москву поеду. Вот, после Москвы приеду, надо будет в гараже почистить снег. Навалило за ночь, вообще снега много. И буду устанавливать Парктроник задний. Буду снимать, показывать вам, ребят, как устанавливать. Вот. Сейчас покажу, что пришло. Вот, ребят, пришло вот в таком пакетике. Довольно качественно. Там видно внутри еще пупырочка. Вот. Сейчас я его вскрою и покажу вам. Так, вскрыл я. Вот у нас как лежит все в пакетике. Пришли у нас. Вот он сам Парктроник, сами датчики. В принципе, довольно качественно такие Парктроники. Вот их 4 штуки их должно быть. Вот они, 4 штуки. Дальше должен быть блок, я так понимаю, сам. Вот он идет блок. Дальше там уже все пусто. Ай, сейчас поудобнее. Так, вот он у нас сам блок. Сейчас я его открою. Одной рукой неудобно просто. Вот, сейчас, ребята, открою. Так. Вот он у нас, получается, провода к нему идут. Это идет у нас к блоку. Это у нас вот такой у нас датчик будет сам показывать. Вот он. Только вот снизу почему-то нет двухстороннего скотча. Обычно они продаются. Ой, продаются. Обычно они делают. Ну, да ладно, двухсторонний скотч — это не проблема. Есть насадочка вот такая, уже ржавенькая, вот она. Это чтобы сверлить бампер под эти датчики уже. Ну и сам блок. А, вот он, двухсторонний скотч даже положили, молодцы. Это у нас получается двухсторонний скотч идет вот этот на датчик сам, который будет пиликать, я так понимаю. Вот он. А этот двухсторонний скотч идет на сам блок. Его куда-то надо будет присобачивать. Ну, я так понимаю, еще и инструкция даже есть. Только она, наверное, скорее всего, не на русском языке. Хотел я заказать вот с таким дисплеем, либо с таким дисплеем. Что-то передумал. А надо было. Вот. Инструкции, в принципе, здесь довольно понятно. Я уже ставил их, ничего такого нету сложного в этих Парктрониках. Сегодня буду устанавливать. Сейчас как приеду с Москвы, буду устанавливать, я вам покажу. Там подключается плюс, минус и блок. У меня чем хорошо, то что у меня будет задний Парктроник на заднем бампере. Также на Мерседесе установлен сзади аккумулятор. Поэтому будет все проще. Не надо мне вот от переда, от капота тянуть все назад. У меня будет он стоять, сам вот этот вот датчик, он будет стоять на заднем стекле. Я его прикреплю на заднее стекло, поэтому мне нужно будет только сзади плюс-минус. Там же я установлю блок, и тут же я протяну через заднее сиденье вот этот сам датчик, который будет пиликать. Прикреплю его к заднему стеклу. И все, в принципе. Также должен быть еще прийти вперед Парктроник. Как придет, тоже буду снимать, показывать.
Так, ребят, ну, в принципе, я вам все показал. Как приеду с Москвы, буду устанавливать его, я буду снимать, показывать. Кому интересно, смотрите. Кто-то, может, еще не знает, как что делать. В принципе, там ничего сложного. Буду снимать, показывать. Поехали в Москву, а потом уже будем заниматься Мерседесом. Всем пока, ребят. Всем привет, ребят, еще раз. Приехал я с работы. Сейчас будем устанавливать парктроник на Мерседес. Загнали в гараж. Вчера навалило много снегу. А пока очистили все перед воротами. Объем большой был очищение. Вот. А только очистили, проехал трактор, тропинку почистил, блин, пешеходную. Опять все навалил, опять заново пришлось чистить. Ну да ладно. Вот. Сейчас я переоденусь, будем устанавливать парктроники, буду снимать пока. Смотрите, ребят. Так, ребят, для начала сейчас мы вынем сабвуфер, поднимем и будем снимем бампер немного, сделаем дырки, и чтобы провода просовывать, будем мы вот сюда вот просовывать все, вот здесь будем крепить. Вот. Там у меня все промазано, все сделано, воды нет. Вот. Будем сюда устанавливать назад, будем парктроник. Также будем проводить и на стекло его. Сейчас я все уберу здесь, подниму, чтобы видно было. Буду, когда начинать ставить, буду уже снимать, показывать. Так, снимаем кожух пластмассовый вот такой. Он у нас вот здесь вот стоит. Здесь у нас на клипсы вот на такие. Здесь клипсы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Вот они. Снимаем клипсы, вынимаем. Также откручивать бампер. Сейчас я это вытащу. Так, ну бампер мы откручиваем. Вон там гайка, вот она. И с той стороны также откручиваем. И он вынется. Потом провода. Сейчас будем протягивать провода. Я думаю, здесь у нас есть еще одна дырочка. Вот там вот внизу. Сейчас, если видно будет. Вот. И там попробуем просунуть. Если не получится, то сделаем где-нибудь дырочку. Может, где-нибудь посередине. Просверлим и все. Сейчас сниму, ребят. Дальше буду снимать, покажу. Так, ребят, сняли мы бампер. Сейчас мы будем вот здесь делать дырки. Не в нижней, а вот повыше, вот в этой. Будем делать дырки, потому что оно от земли. Там написано 50-60 сантиметров нужно устанавливать. Вот сделаем вот в эти дырочки здесь. Вот. И будем проводить. Устанавливать будем вот сюда. Место как раз есть. Сейчас начнем делать. Возьмем мы, нам вот в комплекте вот такое вот сверло есть. Сейчас шуруповерт чуть подзарядится и будем сверлить. Так, начали мы уже сверлить. Вот она, дырочки. Вот эта вот штука. И она, короче, вот здесь вот у нас внутри провернулась. Сейчас найду такую же, где-то была. Короче, как говорится, китайское говно. Провернулась. И она, сверло крутится, а вот эта бобина самая большая, сверло вот эта вот зубцовая, она, короче, на месте стоит, а сверло крутится. Либо сейчас заварю ее, либо сейчас другую найду. Так, ребят, установили мы парктроник. У нас получается, сделали мы вот дырки здесь, сунули парктроник, вот он. Пропихнули за бампером, сделали дырочку,
и пропихнули сюда. Тут у нас такая большая скруточка, ее уберем. И сам блок на двухсторонний прикрепили скотч сюда, в багажник, к аккумулятору. Значит, подключили мы... Подключается красный провод, подключается к заднему ходу, к лампочке. Вот. Если на Мерседесе смотреть, то будет сверху второй. Это желтый провод. К нему подключается. Это все уберется сейчас. Вот. И минус подключается не к аккумулятору, я подключал, а подключил на массу. Вот. Также протянули мы сам парктроник в салоне, его поставили на зеркало. Сейчас я покажу, как работает. Вот у меня тут кнопка стоит. Вот, включили зажигание, включаем заднюю скорость, и вот он показывает. Сзади ходит просто, вот. Ну и также в обратном порядке собираем все, также бампер прикручиваем. Вот, вон там два провода. Тут две гаечки прикручиваем. Две гаечки прикручиваем и ставим уже вот этот кожух пластмассовый обратно сюда. И все. Так, ребят, ну поставили мы парктроник на Мерседес. В принципе, его несложно ставить. Я, в принципе, так более-менее рассказал. Просто весь процесс не снимал, потому что один неудобно. Дырки я сделал, воткнул сами датчики, их провел за бампером, аккуратней за лентой смотал, хомутами зажал, чтобы они там не дрыгались, не вываливались, ничего. Подключил плюс-минус, на лампочку подключил, на заднюю скорость, и все. Датчики я поставил в багажник, сам блок поставил, все подключил, провел на зеркало. Ну и все, в принципе, все работает, как бы все нормально. Еще хочу сделать камеру наперед. Вот. Ну, на сегодня все, ребят. Смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Dropping motherfucking bombs.